привычные понятия, но совершенно другие. Но что еще хотел сказать, чтобы перейти к ответам на вопросы. Здесь тоже письма пишут, допустим, что вот, типа, как вот, типа, вот насчет, потому что в некоторых главах, допустим, Откровения, которое Светлана, моя жена, пишет, там она пишет и о тамплиерах, и так далее, и о катарах, и, в частности, вот, вопрос спрашивают, что вот как же так, где же правда тамплиеры, типа, это организаторы масонов, тому подобное, понимаете? Вот что интересно, вот как раз вопрос хороший, почему? Потому что можно на этом показать, насколько все извращено и поднесено шиворот на выворот. Это то, что я называл в своей книге «Кукушкин эффект». То есть берут какое-то явление и извращают полностью на шиворот на выворот и преподносят как, так, как им нужно. Потому что, во-первых, масоны, это для русского языка звучит как-то понятно. На самом деле мейсон по-английски значит «строитель», «каменщик». То есть строительный. То есть Мейсон-стрит – это улица строителей. То есть сколько таких масонских улиц у нас в России? Как вы думаете? А то, что люди невежественно используют невежество людей, потому что не дают полную информацию. К примеру, если говорить о масонах, то изначально масонов пошло из понятия каменщиков, которые строили храм Соломона. Понимаете, да? И вот это были тайные знания, которые вот каменщики посуды пошли, типа масоны. Это вопрос, какое отношение тамплиеры имеет строительство храма Соломона, который, конечно, никогда не строился там в том плане, о котором говорится. Понимаете? То есть это совершенно две разные организации. Краста. Тамплиеры – это первая система, противостоящая, которая пыталась противостоять социальному паразиту в те времена. Что они пытались сделать тогда? Если кто читал «Россию крик за власть», помните, что я описывал, что социальные паразиты постепенно накапливали капитал, чтобы когда социальная организация достигнет определенного уровня развития, чтобы использовать это, захватить мир, власть, ну, то, что мы видим сейчас, контроль над финансами. Так вот, тамплиеры, зная эту задачу, пытались им создать контрсистему. Они пытались создать свою противовес. Социальный правительство создать свою финансовую систему, независимую от того, чтобы иметь возможность противостоять. И тамплиеры создали банки, это они создали, а потом их позаимствовали, естественно, понимаете кто, и стали использовать свои же системы, паразиты. И вот когда их уничтожили полностью, и никакого отношения тамплиеры –